хотите добавить? Про отношения со своим папой. С вами старше, я сам с моими родителями искала от них позорность, любезность. Мне постоянно не хотелось внимания. Я всегда в своем заявил, что не хочу их осуждать, но они, наверное, не могли этого дать. Ми е било удобно. Мене било удобно. Да причакувам ше видно неки, кар морам сама до тега придат. Има такое ощущение, што ја вишу ето важно. Да, получи отповеста неки. Да, вот в этом заключается проблема, что мы не знаем, как устроен этот мир. Об этом я сегодня хотел с вами поговорить, что мы не знаем, что такое судьба, что есть такая сила, которая мешает строить отношения. И эта сила действовала через ваших родителей, особенно через маму. Маму как зовут? Маму, может, я могу ошибаться? Маму, папу как зовут? Руди Мария. Через маму в основном действовала плохая судьба. Мама была холодная. Отец чуть-чуть получше, но тоже он как бы не сильно включался. Он сам по себе такой замкнутый человек достаточно. А мама, она просто не хотела с вами иметь дело. И причина заключается не в ней и не в вас. Так действует ваша судьба. Если говорить о этих отношениях, то сейчас мама включена больше, чем это было в вашем детстве. Ну, и постепенно это смягчается ситуация. Она уже лучше связана с вами, чем раньше. Раньше вообще было очень жестко. Но это вам все равно не облегчает жизнь. И если говорить о судьбе в целом, то надо понять, что она всегда идет от нас. Ну, то есть, в прошлых жизнях, в одной из прошлых жизней вы, очень строго вели себя со своими детьми, будучи взрослым человеком. И просто судьба вам дала обратную связь, такую жесткую очень. Так бывает иногда. И решение этого вопроса есть. Ну, то есть вам хочется любви, родительской любви. И эту любовь можно получить только через наставника, не через своих родителей. Потому что есть два типа родителей. Есть родители, которые дают тебе жизнь, есть духовные родители. Родители, которые дают жизнь, они подчинены воле судьбы. А духовные родители, если у вас есть вера, допустим, вы найдете себе наставника, наставницу, то они не подчинены законам судьбы. И тогда может дать старше вам такое тепло, которое вы не могли получить от своих родителей. И вы тогда, ваша душа будет успокоиться, она будет чувствовать себя хорошо. Но в этой жизни через своих родителей вы не сможете получить то, что вы хотите. Потому что это очень тяжелая судьба. Вас не хватает сил, чтобы с ней справиться. Может быть, вы и справитесь. Я расскажу, как это делать. Сегодня мы поговорим об этом. Но сможете или не сможете, неизвестно. Известно только одно, что папа больше имеет возможности вам это дать, чем ваша мама. С мамой вообще тяжело будет добиться близких контактов. Так действует судьба. Она просто вас отгораживает от мамы и все. И мама здесь вообще ни при чем, на нее действует такая же сила, как и на вас. Она вам обоим не дает отношений. И это надо знать. Люди в основном не знают ничего об этом. Они думают, все винят всегда друг друга. Они знают, что бывают силы, которые могут нас разорвать наши отношения. И это часто встречается. Вот, допустим, взять предыдущую девушку, у нее очень хорошее отношение к мужу, а муж в целом неплохой человек, но он попал в очень сложную ситуацию в жизни. И здесь с этим ничего не сделаешь. Мы не можем просто взять, жертвовать своей жизнью ради любви. Надо спасать жизни своих, других, близких людей. Так у вас просто вас разделила сила. Я вижу эту силу. Она иногда чуть помягче действовала, иногда жестче.
Иногда мама чуть-чуть ближе была, иногда дальше, но так, чтобы вы прямо чувствовали сильную близость, такого нет. Так действует судьба. У каждого человека есть такая зона какой-то сильной судьбы, тяжелой. И она у всех по-разному действует. У кого-то с родителями, у кого-то с детьми, у кого-то с мужем, женой, у кого-то с работой, у кого-то со здоровьем. У всех по-разному. И всегда это неприятно очень. Я вам могу помочь. Я могу сказать, вот чаще всего в таких ситуациях человек страдает от того, что он не понимает, зачем это все нужно. Я вам могу сказать, зачем это нужно. Это все всегда в нашей жизни, все всегда нужно для того, чтобы мы приблизились к Богу. Когда я ближе к Богу, то вот эти все ощущения от родственников, они уменьшаются. Они становятся не такими сильными. Я чувствую от Бога помощь в этом случае. Тогда становится легче жить. Поэтому вам надо понять, как это сделать, приблизиться к Богу. Вам, у вас будет облегчение сильное в жизни. Даже сейчас я с вами говорю, я вам чуть-чуть помогаю это сделать, и вам уже легче. Вы чувствуете, вам легче стало дышать. Nisam vidjela kako se obnaša do njih. Ja ne znam kako se bi iskli po odnošenju k njim, što bi ih ne obidio. Надо понять разницу между уважением и близостью. Мы должны уважать родителей. Уважение означает, можно писать им хорошие сообщения. Я желаю вам доброе утро, доброго дня, дарить подарки, поздравлять с днем рождения. Это называется уважение. Но близко поговорить вы не сможете с ними. Вот так по душам поговорить вы не сможете. Это не потому, что вы не хотите, а потому что вам не дает судьба. Но вы можете радоваться им, желать им счастья, по-доброму себя вести. И вам легко это будет делать, если вы поймете, что они не виноваты. Потому что человек, если он ничего не может сделать, он не виноват. Вы будете ожидать, пока вы не почувствуете то, что вы хотите почувствовать от кого-то другого. И это две опции только. Это может быть святой с иконы или живой наставник. Это родительская любовь называется. Человек не может жить без любви. Мы все нуждаемся в любви. Есть разные виды любви. Есть материнская любовь, есть любовь ребенка. Кто-то скучает по любви ребенка, кто-то по материнской любви, кто-то по любви близкого человека. Но всегда Бог, Он, знаете, Он всегда дает какую-то замену, но мы жадные такие до любви, мы даже не замечаем эту замену. Ну, допустим, у вас очень с любовью большой к вам муж относится, но вы об этом сейчас не думаете. А Бог вам смягчил эту ситуацию, Он вам дал, не всех так любит, как вас. Вот. Вам дал Бог замену в какой-то степени. Ну, вы не согласны, вам хочется все, и той любви получить, и этой. Я вам говорю, как это сделать. Это может помочь старшие духовно или святые. Они могут дать любовь отцовскую вам, подарить ее. Но родители в этой жизни вам не могут. Вы еще увидите слезы своего отца, когда он будет уходить из жизни. Он вам скажет, что я хотел, но не мог. И вы поймете мои слова тогда. Потому что он об этом сильно переживает. А матери Бог вообще даже не знал, не дал понимания о том, что она должна сделать. Настолько сильно на нее судьба влияет, что она даже не чувствует своей вины в этой ситуации. Но это тоже не ее проблема. У вас есть брат или сестра? Брата.
два брата. Один брат. Ну вот, к ним уже нормально мать относится, она с ним ближе. Так ведь? Да. Ну вот, значит, она может это делать, она может любить. Но есть силы, которые могут препятствовать. То есть вы говорите про себя сейчас, да, про свою жизнь? Да. Давайте сначала я вам расскажу, что это значит. У женщины есть два типа красоты. Есть красота внешняя, которая вызывает у мужчин желание наслаждаться ее телом. Это внешняя красота, она притягивает. И Бог не претендует на эту красоту. Но также эта красота внешняя, женская, она никак не влияет на саму возможность выйти замуж. Она может притягивать человека, но не может оставлять рядом. Ну, то есть, если девушка красивая, то она много может людей притягивать. Но это не значит, что они все будут добиваться женитьбы. Ну, они могут и добиваться, но мужчине же надо почувствовать, что женщина как его близкий человек. А вот эта сила, которую Бог забирает, она мешает. Другая красота женская идет из сердца. Это можно понять как теплота сердца женщины. Эта энергия, она приковывает мужчину, и у него появляется желание заботиться о женщине, нести ответственность, отвечать за нее в жизни. Вот именно это, ну, этот вид красоты из сердца, который идет, он притягивает мужчин. Любая женщина чувствует свое сердце. Она может понять, у нее сердце тепло идет или холод. Она может понять. Вы сами тоже можете легко это понять. Это несложно. Взять, представить мужчины, посмотреть, у меня холод к ним идет или тепло в сердце. Бывает, у женщины холод идет, просто периоды такие бывают. Бывает, женщина не может выйти замуж, потому что действует плохой период. А потом может. Это все меняется. Как только у женщины появляется вот эта сила влиять на мужчин, вероятность замужества высокая становится. Но это не означает, что она выйдет замуж. Некоторые неправильно иногда меня понимают. Я одной женщине сказал, ну так часто бывает, я ей сказал, через 9 месяцев у вас есть вероятность выйти замуж. И она через год ко мне подошла, говорит, Олег Геннадьевич, вы мне обещали через 9 месяцев замуж. И как бы я не вышла, в чем дело? Я говорю, ну вы же встретили человека через 9 месяцев, 3 месяца назад вы же встречали человека. Она говорит, Олег Геннадьевич, этого что ли, вот, которого я встретила, вы что, смеетесь что ли? Как за него вообще можно выйти замуж? Я говорю, ну кого заслужили, того и встретили, я что могу сделать? Вот. Ну, то есть, когда действует хорошая судьба, обычно женщина встречает себе человека, но заслуживает ли она или нравится ей такой человек, который она встретила, это уже зависит от ее судьбы, к чему она заслуживает. Вот, поэтому для женщины важно, чтобы была у нее вот теплота в сердце. Теплота в сердце вырабатывается с помощью любви к людям. У вас есть
такое имя, Людмила. Людмила. Есть? Есть, но очень редко. Редко? Это переводится «людям мило». Вот. Это так надо всех женщин называть, потому что все женщины рождаются для любви к людям. Женщина – это та, которая любит людей. Вот мужчина, он не сильно людей любит, а женщина любит людей. Она очень сострадательна, она всегда протягивает руку помощи людям. Она любит людей. И за то, что она любит людей, Бог ей дает сначала одного человека, это муж, а потом еще может несколько человек дать, которые из нее вылазят. Вот. То есть это благодарность за любовь к людям от Бога. И, соответственно, это является формулой, как победить силу, которая наказывает тебя за разрушение семьи. Это любовь к людям, забота о людях, служение людям. Делать так, чтобы людям было вокруг всем хорошо с тобой рядом. Что касается вашей ситуации, то я вам немножко объясню. Бывает, иногда действует жестокая судьба, мы сегодня будем об этом говорить на лекции. И когда действует жестокая судьба, то иногда бывает так, что человек не выдерживает просто и убегает из этой ситуации, потому что ситуация может быть очень тяжелой для психики, невыносимой просто. И правильно, даже если ты живешь отдельно от близкого человека, хотя бы полгода просто молиться за сохранение семьи, не бросать. Не бросать, даже если человек поступает неправильно, не бросать, не разрушать семью. Просто помолиться полгода, дать человеку шанс. Если у вас, ну, как бы, еще не все потеряно, то, ну, уже, наверное, все потеряно, да? Можно тогда попробовать так сделать, допустим, дать шанс человеку. Или уже все, у него другой человек. У вас сейчас соседа не глаза? Я родила 7 лет назад. Ну, я так вижу, да, что да, давно уже, да. Ну, после этого у вас уже... У него сейчас уже есть новые отношения. Да, да, вот я вижу, что есть отношения, да. Ну, а с чего тогда вы меня спрашиваете? Уже Бог дал человека вам. Столько все я, также, за домашним знанием, потому что сегодняшним знанием я разводила за начало и мистическим мастером. Мне кажется, что причина, по которой я учила, что были действительно... Когда вы вчера сказали, что женщина становится холодной. Ну, все правильно вы оценили. Да, действительно, вы стали холодной. Действительно, был период одиночества. Все это правда. Но сейчас уже, видите, человек есть, и все равно вам трудно к нему близко приблизиться, потому что сердце пока еще все равно холодноватое. Но если вы будете молиться Богу, служить людям, заботиться об этом человеке и понимать, что человек сам не получает человека в свою жизнь. Это Бог нас соединяет. Вот Бог вам дал еще одного человека. И насколько я понимаю, где-то около 6 месяцев назад начались отношения, да? Где-то так, 6-7 месяцев назад. Недолго, не так давно. Да. Раньше? Да, 3 года. 3 года назад. Ну, значит, 6 месяцев назад они начали теплеть. То есть это долгие отношения, они долго строились отношения. То есть вы сначала далеко были, потом ближе, ближе, вот так вот. И полгода последний уже более-менее нормально. Вот так это все идет. То есть потихоньку создаются отношения. Для чего потихоньку? Чтобы вы ценили, чтобы вы понимали, что так нельзя резко разобрывать, что это... не ваша заслуга, что вы нашли человека. Это Бог вам дал. И надо ценить это. Не надо очень резкие движения в отношениях делать. Это никому не помогает, ни вам, ни ему. Если что-то не так, жить отдельно, ставить условия, пытаться молиться, человека беречь. Надо еще такую вещь понимать, что у женщины очень сильный характер.
И женщина сама не знает ничего об этом. Допустим, у вас бывает, что вы говорите очень сильно что-то близкому человеку. Вы хотите, чтобы он понял, очень сильно ему говорите. И это его ранит. А насколько ранит, вы не знаете. У вас очень много силы внутри. И надо понимать, что если вы сильно хотите доказать что-то близкому человеку, то он может сломаться. У вас очень много сил. Поэтому старайтесь постепенно объяснять. Не надо пытаться сразу, чтобы все он понял. Вы очень быстро, вам надо все быстрее. Но так не бывает. Иногда человеку нужно время, чтобы все понял. Именно вот это вот ваше желание быстрее, оно и испортило ситуацию в прошлый раз. Вы требовали как бы всего и сразу, но так не всегда бывает. Поэтому надо учиться ждать, учиться терпеть. Если что-то не так, можно пожить отдельно, потом опять вместе. И еще такую вещь вам скажу. Само по себе трагичное восприятие ситуации, которая была в прошлый раз, вам не поможет. Потому что раскаяние не означает биться головой об стену и кричать, что я грешник. Раскаяние означает, один раз понял, что я плохой, и 10 раз сделал что-то хорошее. У вас сильная концентрация на то, что вы плохо что-то сделали, вы на этом очень сильно сосредоточены сейчас. Это неправильный способ побеждать судьбу. Это из страха перед судьбой происходит. Надо сказать, согласиться, да, я неправильно сделала, и дальше жить правильно. Вот представьте, я сейчас на лекции скажу что-то не так. Бывает, я ошибаюсь там или что-то говорю не так, и я всю лекцию потом буду говорить. Извините, пожалуйста, я что-то не так сказал. Извините, пожалуйста. Извиняйте или не извиняйте? И всю лекцию. Вам нормально будет, приятно на такой лекции сидеть или нет? Нет. Ну, точно так же вы с Богом сейчас себя ведете. Ну, вы как бы провинились перед Ним. Ну, теперь Ему не нравится, что вы постоянно, я плохая. Надо закончить это и делать что-то хорошее. Это и есть раскаяние настоящее. Означает, один раз сказал, я плохой, и 10 раз сделал что-то хорошее. Это правильное раскаяние. А все время думать, я плохая, это неправильное раскаяние. Бог уже устал от ваших этих мыслей. Он у вас прямо в сердце находится. Он уже, ну скоро она перестанет так думать и начнет что-то хорошее делать. Хорошо? Договорились? Спасибо. Благодарю вас сердечно за ваше наставление. Примите, пожалуйста, поклоны. У меня такой вопрос. 12 лет вместе, ребенок и совместный. Мы, скажем так, для меня очень сложные отношения. Я, скорее всего, даже не могу нормально сформулировать вопрос, потому что, мне кажется, будет тысячи. Я все понимаю, у вас сейчас идет прямо очень жесткий период, последние полтора, где-то два года, холод такой в отношениях, прям вам очень тяжело оставаться вместе, хоть вы слушаете лекции, но вам очень тяжело, да? Мне кажется, что 12 лет это было. Нет, раньше было получше. Сейчас просто вас, вы уже хорошее не сильно помните, вы только помните плохое. Да, вам очень тяжело сейчас, очень. У вас идет очень жесткая судьба. Не исключено то, что, может быть, придется пожить отдельно. Ну, уже, да? Уже живу отдельно, и через 2 месяца начал спаковывать все мои вещи с квартиры. Да, и это еще не кульминация. Вот самый пик тяжелой судьбы, вот этой вот жесткой, будет через 3 месяца. А потом будет уже спад. Станет легче. Я не могу понять вообще, как возвращаться назад, потому что я вообще... Сейчас пока никак не надо возвращаться. 3 месяца еще жесть будет полная. Поэтому никак сейчас вы не сможете вернуться, никак. Будет еще хуже, если вернуться. Сейчас не надо возвращаться. Надо подождать чуть-чуть, пожить отдельно, помолиться.
Можно при этом общаться по телефону, хорошее что-то, хорошее писать. Главная проблема, которую вы решаете в жизни с ним, это называется категоричность мышления. Ну, то есть, есть три состояния человека, я о них уже говорил. Есть состояние доброты, это сознание Бога. Есть состояние поиска правды, желание свою правду доказать. И второе, третье состояние – это ненависть. Когда человек в своих прошлых жизнях проявлял ненависть, то в этой жизни, как наказание, Бог может лишить рассудка человека. Но это из прошлых жизней идет. Обычно какие-то жестокие поступки могут лишать рассудка. Как наказание такое может происходить. Это все ненависть, это сила, разрушающая жизнь. Вот. А вы очень сильно погрузились в отстаивание своей правды. И причина очень простая и очень сложная. Простота причины в том, что в этом мире нет никакой своей правды. Вы как бы хотите, чтобы кто-то понял вашу правду, но здесь никто вашу правду не поймет. Вот. А вот если вы по-доброму начнете относиться и забудете вот это желание доказывать свою правду и отстаивать свое что-то, если вы сделаете такой шаг в пропасть, что вы все как бы идете в неизвестное, что вы не пытаетесь человеку объяснить, в чем он не прав, как он неправильно себя ведет, а просто по-доброму относитесь к нему такому, какой он есть. Это называется первая стадия сближения или принятия судьбы, принять свой крест. Вот вы до сих пор свой крест не приняли. Вы все еще хотите доказать ему, что он не прав. Вот. А надо думать о Боге, настраиваться на доброту и вот этой силой доброты. Обучать человека, давать ему знания, потому что у вашего мужа нет знания о семейной жизни. Он не понимает, как вести себя с женщиной, с детьми. Вот. А знание всегда через доброту дается. Я такое смешное сравнение даю, что если ты хочешь заплюнуть в сердце знание близкого человека, то надо через трубочку доброты это делать. Вот тут у тебя трубочка доброты, и ты плюешь знание. Вот так вот. У тебя должна быть трубочка доброты, иначе оно туда не долетит, знание в его сердце. Если ты хочешь чисто правдой ему сердце пробить, то у него на это будет своя правда всегда. И две правды сталкиваются, и никакая правда никуда не заходит. Вот в этом ваш экзамен. Экзамен – это называется сознание Бога. То есть нужно это сознание пытаться почувствовать, его культивировать. Память о Боге как раз ощущение доброты, 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 доброты. Это и есть молитва. Молитва означает, что я... Сначала молитва начинается с благодарности. Вот как только человек вообще смелый такой поступок в жизни делает, он такой садится перед алтарем и начинает Богу говорить спасибо вот за то, за это. Мы даже не помним, чего хорошего нам Господь сделал. Мы даже не помним это. Мы забываем все. Вот, допустим, человек может сильно хотеть ребенка, просто умирать сильно хотеть. И Бог раз дает ребенка. И мы уже привыкли нормально. Но надо же поблагодарить Господа за это. Сказать ему: Господи, да спасибо тебе, ты так мне помог. Такой классный ребенок. Вот, ну примерно вот так вот. То есть благодарность означает, что мы, если что-то просим у Бога, он дает, и мы как бы... Как есть такой анекдот, человек упал с 9-го этажа, летит: Господи, дай мне жизнь, да я всю жизнь буду для тебя всю жить, отдавать все, нищим помогать, все для тебя, столько всего пообещал. И перед самым падением зацепился за корягу и как бы за сук, и так раз, и повис, и такой потом слез на землю, думаю: блин, пока летишь с 9-го этажа, какие только мысли в голову не придут. Он сразу все забыл, что он обещал. Понимаете, а надо было исполнять теперь. Это
Это называется благодарность, благодарность. То есть нужно учиться благодарности. Сначала надо благодарить Господа за то, что хорошего тебе дал Господь. И тогда начинаются отношения уже с Богом. Потому что Он дает, дает, дает. А мы все пользуемся и забываем, пользуемся, забываем. А надо благодарить. И вот это вот аллилуйя, когда человек повторяет аллилуйя, вот это знаете, что это такое? Это и есть благодарность Богу. На всех верах есть. Есть альхамдулилля, допустим. Альхамдулилля — это у мусульман. То же самое на арабском языке. Благодарность Богу. Даже похожи слова аллилуйя, альхамдулилля. Вот. С этого начинается победа над судьбой. Когда мы благодарными Богу становимся, в сердце как назад, вот мы благодарим Его, а Он назад нам приносит силу, которая способна, реально способна поменять всю ситуацию жизни. Эта сила называется доброта. Она вообще ни от чего не зависит. Хорошо тебе люди сделали или плохо. Вот. Она не зависит ни от чего. Она существует сама по себе. Просто доброта. И она смягчает все, что у тебя в жизни есть. Если у тебя есть вот эта сила доброта, то она смягчает ситуацию твою жизнь. Тебе становится легче жить. И доброта, она дает возможность в конечном счете человеку объяснить. То есть сначала надо принять, что вот ты у меня такой тупой. Ну да, вот это слово больше всего подходит. Такой тупой. Ничего не понимаешь вообще. Как с ребенком себя вести, как с женой. Постоянно одно и то же. Сколько можно, уже столько лет. Вот. И доброта, она дает возможность понять, ну, он как бы действительно тупой. Как вот, допустим, я помню, в мультике «Ледниковый период» была такая ситуация, там вот эта слониха, ее вот эти вот крестные, как их называются, сводные братья, да, там эти два опоссума, что ли, как называется, маленькие такие зверька. И она за них переживала, там ледник пошел, они туда лазят, что-то. И, короче, их там почти завалило, но они там выкарабкались, и они стоят перед ней. И она говорит, я чуть не умерла от страха, я так переживала за вас. Ну почему вы так себя ведете? Вы же знали, что вы могли погибнуть? Знали. Они говорят, знали. Но почему тогда вы туда полезли? Она им говорит, почему вы туда полезли? Они смотрят на нее такие и говорят, потому что мы тупые. И это очень важное знание, которое мы должны получить в своей жизни. Вы добиваетесь от мужа вот столько лет уже, ну, как бы понимания, как надо вести себя женщиной с детьми. А он, у него нет этого понимания. Он тупит. Ну примите его, вот Бог такого дал мужу, и что? И как только вы его примете, таким по-доброму будете к нему относиться, что он вас не поймет все равно, с этого момента он начнет понимать через эту доброту, знание к нему начнет приходить, и он начнет понимать, что вот как надо женщину себя вести. Ребенок по-доброму, да, относится? А, учить не принимает, да? По-доброму не хочет. Значит, с ребенком война начнется. И так далее, и так бесконечно будет. Да, вам уже пора доброту проявлять, уже сколько можно. Уже пора принять близкого человека. А принять очень сложно. Принятие близкого человека сравнивается с путем Христа, вот на эту, это путь в гору такой, путь на Голгофу. Когда он шел, ему и так крест он свой нес, вот этот терновый венок, он колет это все. Ему и так было тяжело, ему еще в гору надо было идти, там на Голгофу подниматься надо было, это в гору. И все кидали камнями, обзывали его, а он для людей это делал, не для себя. Он же мог и не пойти, он сам принял эту участь. Ему предлагали, ну как бы отказаться, а он сам принял эту участь. И
это на самом деле очень важный момент для каждого человека в жизни, потому что у нас точно такой же путь на нашу маленькую Голгофу. У него большая Голгофа, а у нас маленькая. И этот путь на Голгофу означает принять свой крест. Ну, то есть у каждого человека есть вот его крест. Какая-то несправедливость в личной жизни, которую мы имеем в жизни, несправедливость. Она от кого-то прийти может, от любого близкого человека. Несправедливость. И надо ее нести, несправедливость, свою вот несправедливость. Нести надо, учиться. Вот. И, конечно, у нас будет песенка на эту тему. Я люблю очень, обожаю эту песенку. Вам тоже понравится, я думаю. Да надо, лучше все долго повторять, потому что память, когда мы быстро что-то делаем, память не успевает включиться. Вот, допустим, если вы девушке повторяете: «Я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю». Она говорит: «Слушай, ты успокоишься, скажи нормально. Иначе у тебя без сердца все это получается». И ты такой успокаиваешься, говоришь: «Я тебя люблю». Ну, спокойно. Так и молитва должна быть. Это не надо тараторить. Надо спокойно, вот от сердца, от всего повторить благодарность Богу. И сердце, когда оно с Богом соприкасается, начинает очищаться. Очищается. В сердце первой стадии это спокойно. За мужа становится спокойно. Что он все равно когда-нибудь поймет. Когда кто-то с Богом соприкасается, он чувствует Бога. Вот, допустим, я видел такой видосик, тикток такой, что лежит Коран, и кошку манит на него зайти едой. И она ходит за едой и обходит книгу, не наступает на нее вообще. Вот. А потом положили обычную книжку, букварь там, детскую книжку, учебник. И она пошла по этой книжке. Сразу же. А на Коран даже не наступила. То есть, они ее пытались завести вот пищей. Кошка идет за пищу, кушать хочет. И отходит Коран. Если кошка чувствует Бога, неужели вы думаете, что ваш дурак не почувствует? Он обязательно почувствует Бога. Он же не кошка, он же человек. Вот, поэтому... Надо вот так, надо через Бога действовать. Значит, повторяйте долго «Аллилуйя» и слушать потом «Я» даете «Аллилуйя». Через примерно, если вы будете повторять минут по 40 в день, то через примерно, ну и будете всегда посвящать эту молитву тому, чтобы наконец-то он понял, как правильно, вот почувствовал, то примерно через 3,5 месяца у вас появится, ну, с такой скоростью вашей молитвы, появится спокойствие в сердце. Почувствуйте такое здесь как-то. Кажется, что он все поймет, такое спокойствие, все хорошо, что все нормально будет у вас. Спокойствие в сердце. Вот, следующая стадия молитвы. То есть, а что происходит реально? Это энергия Бога. Она начинает очищать судьбу. А судьба, она состоит всего из трех составляющих. Первая в моем сердце, вторая составляющая между нами, ниточка, которая нас связывает, и третья в его сердце. Все очень просто. В моем сердце, между нами, в его сердце. И начинать побеждать судьбу всегда надо со своего сердца. Вот отсюда. Мы по-другому не получится никак. Мы вот отсюда можем только начинать. И я слушаю тех, кто молится, и вместе с ним повторяю, от сердца стараюсь благодарить Бога. Главное понять, когда сильная молитва, когда ты забываешь про мужа. Ну или про что ты молишься, ты полностью забываешь, а помнишь только вот этой эмоции, связанной с Богом, у тебя сердце все больше доброты и больше доброты появляется. И вот так постепенно она копится, копится, копится. И
память о близком человеке, все спокойнее становится. И океан вот этих страданий, ты думаешь, становится уже маленькой такой лужицей. Вроде бы тот же самый океан, а для тебя это как лужица уже стала. Вообще ерунда какая. Вот. Так чувствовать начинаешь это все. Так молитва делает. Она вот здесь в сердце успокаивает. Вот. На второй стадии молитва начинает идти в ниточку в эту. Ну, раз ты просила Бога с ним, с мужем решить вопрос. Вот он и решает. Сначала спокойствие в сердце, потом молитва начинает в ниточку идти. А ниточка это твои отношения с этим человеком. Как понять, ниточка засорена или нет? Надо закрыть глаза и вспомнить человека. Если у тебя светлая память о нем, значит ниточка чистая. И тебе не сложно будет ему что-то объяснить. Это не проблема. Но если вы закрываете глаза, у вас чувство несправедливости сильное между вами. Вот вы сейчас вспомните его такое, как боль такая идет. Вот это ваша ниточка сейчас, она засорена. То есть сердце у вас уже очищено в какой-то степени. Видно, вы уже начали такую молитву, что-то делаете уже. У вас уже есть какая-то степень очищения сердца, часть спокойствия уже есть. Но ниточка полностью засорена. И когда сердце полностью успокоится, дальше пойдет в эту ниточку. И она, ниточка, состоит из двух частей. Первая ваша половинка, вторая его половинка. Когда вы свою половинку очистите, вам легко с ним будет разговаривать. Вы даже в шутку будете с ним себя вести легко. А ему с вами все равно еще будет тяжело. А когда вы всю ниточку очистите, то ему легко будет говорить с вами, и вам легко. И вы тогда поймете, что такое любовь. Любовь – это не выяснение отношений. Любовь живет в атмосфере игры. Люди, большинство, не знают, что это такое. Любовь – это такая вещь, которая очень легкая. Ты шутишь с близким человеком. Если он что-то не так делает, ты не замечаешь. Это легкие отношения, легкие очень. Любовь любит легкие отношения. Когда ниточка станет чистая, то вы будете легко как бы... Легкие отношения будут строить. Я еще сегодня об этом вам расскажу. Это сложная очень тема. Не понимаю, что значит легкие отношения. Это не просто понять. Я вам расскажу немножко. Это когда я шучу все время с женой. Ну, как по-доброму с ней. В любви можно обманывать. Для блага отношений. Допустим, если жена меня спрашивает, ты обиделся на меня? Я должен сказать, конечно, нет. Я, на самом деле, конечно, да, но я обманываю. Почему? Потому что любовь, она предназначена для отношений, а не для правды. Любовь не любит правду, она любит отношения. И поэтому ради близкого человека ты можешь хорошее что-то сказать ему, хотя ты думаешь, как чувствуешь по-другому все. И любовь, она дает знания. Когда ты любишь человека, то близкий человек получает знания только через любовь. Он не получает знания через правду. Как только ты начал близкие отношения с человеком строил, правда закончена. Никакой правды уже не будет. Если нет любви, значит никто ничего не поймет. Любовь не любит правду. Начинаешь доказывать что-то, любовь заканчивается. Все. Но это очень сложно. Сейчас я не буду эту тему развивать. Мы попозже чуть поговорим. Я сейчас про молитву говорю. Итак... Вторая стадия победы над судьбой, ниточка чистая стала. Он легко с вами разговаривает, вы легко с ними разговариваете. И это не надо использовать, что правду наконец-то ему объяснить, не надо. Он сам узнает правду, он сам узнает, не надо ему ничего доказывать. Все, он сам поймет все. И третья стадия, у него в сердце меняется понимание вас, и он... Сам получает вашу правду потом. Когда доброта в сердце поселилась, то правда уже потом за ней приходит сама, и он все понимает. Но все про все, где-то 9 месяцев, и все, отношения меняются. Но это только через молитву возможно, и через доброту. А так можно и 20 лет биться об стену головой. Ничего не поможет.
Это три круга судьбы есть везде. Это не только в отношениях с мужем, это, допустим, тебя на работу не устраивают, не могут устроить на работу. Не находишь себе работу. Важно понять, что это судьба, потому что человек думает, может быть, я не туда хожу, может быть, я не с теми разговариваю, может, меня сглазили, испортили, или еще что-то такое сделали со мной, что я не могу работу себе найти. Нет, это судьба. Судьба – это такая штука. Я когда про судьбу говорю, всегда один анекдот говорю, будет смеяться сейчас. Может быть, не поймете, что такое судьба, но смешно будет. Вот, два кирпича летят с крыши, и один говорит, я волнуюсь. А другой говорит, да не волнуйся ты, главное, чтобы человек был хороший. Вот это судьба, понятно? То есть мы друг для друга как кирпичи, понимаете? Мы вроде бы с любовью летим, а получается все потому и совсем по-другому немножко. Вот, поэтому как бы вот так вот. Итак, на работу не могу устроиться. Посмотри в свое сердце, ты волнуешься, у тебя такое волнение. От того, что ты не можешь устроиться на работу. Это значит, что ты вообще судьбу никак не победил. Начинаешь, включаешь духовную музыку, которая тебе нравится, и начинаешь повторять прославление Бога. Надо, молитва должна быть короткая. Просто прославлять Бога. Не надо читать псалмы, там, намаз длинный читать. Нужно просто коротко, потому что есть молитвы, которые напоминают о Боге. Это псалмы, намаз. А есть молитва, которая побеждает судьбу. Она очень короткая, просто «Спасибо тебе, Господи, я тебя прославляю, спасибо, все, больше ничего не надо». Надо только спасибо, благодарить Бога, тогда идет победа над судьбой. Пока мы ругаем Бога, судьба становится тяжелее. Как только мы благодарим, сразу легче становится. Совсем согласен, все, несу свой крест. Спасибо, Господи, все понял, все свое ношу с собой. Все как бы, это моя судьба, это не соседка виновата, это как бы, это моя вот судьба, все, ничего не сделать. Можно, конечно, ну, сказать себе оправдание, ты же не хотела за него замуж выходить, можно так себе сказать. А я вам отвечу так, что здесь разницы нет, хотела или не хотела. Вот, поэтому это тоже не объяснение, типа, если я не хотела за него замуж, значит, это не моя судьба. Ну, вы же вышли, значит, ваша. Здесь тоже не вариант. Можно думать, зачем я буду молиться, если это не моя судьба. Ваша. Итак, первая стадия спокойствия. Все, смогу устроиться на работу. Человек повторяет молитву, славит Господа. Первое, смогу устроиться на работу. Вторая стадия, это твоя связь с работой. Вторая стадия еще называется знание. Человек начинает молиться дальше. И когда вот ты чувствуешь спокойствие, кажется, что уже устроишься на работу. Нет, не устроишься, это только первая стадия. Каждый раз, когда ты каждый круг судьбы проходишь, тебе кажется, что все уже, все нормально будет. Нет. Иди дальше, опять как будто все заново. Ты молишься на втором круге судьбы, как будто все заново. Ты теперь вроде бы все спокойно, а что делать, я не знаю. И вот на второй стадии человек начинает получать знания. Он понимает, куда идти, с кем разговаривать. И когда человек вторую стадию не прошел, он приходит, допустим, устраивается на работу, и он теряет самообладание, ему тяжело говорить, он чувствует так... Вот, и сразу... Его не хочется принимать. Так действует судьба. Но когда вторая стадия проходит полностью, первая половинка вот этой ниточки – это твое знание, куда идти. А вторая половинка – это то, что тот человек, который с тобой будет разговаривать, он будет к тебе доброжелательно настроен. Это вторая половинка. А третья – это уже, ну, как бы, когда ты три круга судьбы прошел, то тебя прямо хотят принять на работу. Прямо тебя как будто и ждали там.
Ну, то есть, поэтому веды объясняют, что есть преддействие, а есть действие. И люди в основном никогда не понимают, что такое преддействие. Разумный человек никогда не будет действовать, если он не проработал судьбу. Вот, допустим, ребенок получил плохую отметку. У тебя в сердце появилось раздражение. Что это такое? Пришла к тебе судьба. Говорит, здравствуй, моя хорошая. Сейчас ты будешь нервничать, ругаться с ребенком. И потом через 20 лет он тебе напомнит, скажет, ты издевалась надо мной, поэтому я с тобой не буду разговаривать теперь. Вот. И что делать? Надо вспомнить Олега Геннадьевича. Такой вот бродячий еврейчик приехал к вам в Любляну, что-то рассказал. Вот. И надо вспомнить это. А что он рассказал? Он рассказал, что не надо сразу бежать к сыну и ругать его. Надо сесть перед алтарем и начать молитву. И достичь спокойствия в сердце. На это уйдет, если ребенок двойку получил. Это не тяжелая судьба. Там 5 минут помолились, и спокойствие в сердце. Потом еще 5 минут, и вы почувствуете, как с ним разговаривать уже. А если еще 5 минут помолитесь, то он уже раньше, чем вы с ним поговорили, он уже почувствует, что он не прав. Потому что на последнем круге судьбы совесть начинает взаимодействовать с человеком. Когда судьба действует, совесть не действует. Когда совесть действует, судьба уже не может действовать. Человек начинает осознавать. И здесь ведь судьба это такая коварная штука, знаете, она может вас обмануть. Например, вы думаете, что ребенок получил двойку, потому что он не хочет учиться. Ну, обычно так родители думают. А на самом деле может быть много очень причин, которые вы не знаете. Например, у ребенка начался плохой период, и он вообще не сможет учиться. А если вы будете заставлять, он попадет в психушку. Я такие случаи тоже видел. И советовал людям, ну, дать ребенку на год отдохнуть от учебы. Такое может быть. И ребенок вам будет говорить, мама, я хочу учиться, но не могу, мне очень тяжело, меня аж трясет от уроков. И если вы промолили ситуацию, вы почувствуете его, что у него что-то тяжелая ситуация. Или может так случиться, что учительница не любит мальчика, и он поэтому не может учить уроки, потому что у него нет вдохновения, он нет конфликт с учительницей идет. А может быть, вы дома постоянно балдеете, ничего не делаете, а его уроки заставляете учить. Он, ребенок же не создает атмосферу в доме. Он зависит от вашей атмосферы. Отец смотрит телевизор, мама общается с подружками, а ему надо аскезу совершать. Вот попробуйте, допустим, все спят дома. Все спят. А вам надо рано утром встать и молиться. Вы встаете такой, постояла, пошаталась и легла ты. Это называется атмосфера. Самой очень трудно преодолеть атмосферу. А маленький ребенок, у него вообще силы или воли нет. Он зависит от родителей. Если родители сами не работают над собой, то ребенок тоже не хочет. Поэтому много причин может, почему у ребенка двойка. Много причин может быть. Не только, что он, ну, даже нашалил. И, допустим, и что тут такого? Надо понять, а может быть, вообще ему этот предмет не подходит. Разок одна женщина ко мне приходит на консультацию, говорит, у меня сын дурачок. Я говорю, почему? Он говорит, в школе не хочет учиться. Я говорю, ну он чем-то занимается? Она говорит, да, занимается. Я говорю, ну чем он занимается? Да он в сборной молодежной Москвы по хоккею. Нифига себе, дурачок. Маленький ребенок уже в сборной целого города находится. То есть он такой талантливый ребенок, что он так играет в хоккей, что он уже его выбрали, что он в команде целого города находится. Ничего себе, дурачок. И я так думаю, это еще неизвестно, кто дурачок. Потому что бывают гениальные люди. Чем они отличаются от обычных людей? А гениальные люди, они очень однонаправленные. Допустим, Эйнштейн, он кроме математики никаких хороших отметок вообще не получал.
а при этом стал выдающимся человеком. Ну, то есть бывают гениальные люди, они просто вот в одну сторону, и все. Очень узконаправленное сознание. Вот таким может быть ваш ребенок, и может быть он не получает двойки, потому что ему что-то одно интересно, он что-то одно изучает. Такое тоже может быть. Поэтому есть тысяча причин, почему ваш ребенок получил двойку. Но если вы не помолитесь, вы не поймете эти причины. Или, допустим, муж неправильно себя ведет. Ну, есть тысяча причин, почему это происходит. И надо помолиться, и тогда ты все поймешь.